сочинскую публику цирковым представлением удивить тяжело. На Гуторг часто приезжают лучшие труппы со всей страны, но для этого коллектива ничего невозможного нет. Разнообразные номера не оставят зрителей равнодушными. Почти все артисты – представители именитых цирковых династий. Она в основном состоит из династий, и это очень приятно, потому что в основном это молодежь, очень-очень любящая свое дело, которая очень ответственно к этому относится. И, конечно, в первую очередь это творческая молодежь, потому что хочется, чтобы наша программа отличалась от другой цирковой программы, и зрители бы именно запоминали интересные программы, интересные номера. Гость представления «Медвежий цирк» – номер, который более 60 лет являлся визитной карточкой Советского Союза. Создатель этого уникального шоу – народный артист Советского Союза Валентин Филатов. За долгие годы существования этого номера его повидали зрители почти во всех странах мира. На сегодняшний день славные традиции семьи продолжают дочь и внук Валентина Филатова. И в ближайший месяц его может оценить сочинский зритель. На арене выступает сразу 15 медведей. Многие из номеров не имеют аналога в мире. Уже первый акт программы не оставил зрителей равнодушными. Сегодня цирк был очень хорошим, очень впечатляющим. Больше всего понравилось мне, как брат и сестра Золотухина. Огромное удовольствие получили от выступления, потому что все в современной обработке, замечательная музыка, световое сопровождение. Артисты просто великолепно выступают. И самые большие впечатления от кого? От собачек? Собачки понравились? Собачки. Собачки. На самом деле, давно не были в цирке и жалею, что столько время упущено, теперь будем ходить чаще. Не обошлось и без подарка. В антракте цирк Филатовых разыграл памятные призы. Главным стал большой плюшевый медведь. Посмотреть выступления уникальных жонглеров, клоунов, иллюзионистов и, конечно же, дрессировщиков сочинцы и гости курорта смогут до 5 апреля. Игорь Кырпа, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.